На участке появились новые жильцы – вороны. Вот видите, как пришла и деловито пьет воду. И ни в чем себе не отказывает, как вроде бы с хорошего похмелья. Ну, я вам скажу, что это меня не радует, потому что они птицы довольно назойливые и агрессивные. Наверное, всех меньших птиц разумеют. Вот видите, взяла орех вот и начинает его мыть. Что она от него хочет, от этого ореха? Вот такие вот вороны. Уронила. Вытащила. Пьет. Надо посмотреть, вот вытащила. Надо посмотреть в Википедии, как называются такие вороны. Потому что я привык, что вороны черные, это какая-то серая. Клюет орех. Здесь орехов валяется немерено. Видите, выклевала там все в середине. Вот такая ворона. Ставьте лайк.